Итак, всем здорово, ребята. В сегодняшнем видеоролике хотел бы поговорить о тех ребятах, которые приходят в зал, не понимают, зачем вообще они приходят, да? То есть это не обязательно взрослые ребята, это могут быть ребята совсем юные, там по 13, по 15 лет. Они рассчитывают набрать мышечную массу, рассчитывают прибавить в силе, но не понимают, что, не научившись работать с собственным весом тела, ребят, я это говорил не раз, кто-то прислушивается, кто-то не верит, но большая часть, конечно, не верит, думает, ну что он там пургу несет. А когда они приходят, начинают заниматься, там, бьют себя в грудь, что я там пауэрлифтер или еще что-то, при этом не могут пожать даже лежа собственный вес тела и говорят, что я там пауэрлифтингом занимаюсь. Ну, это просто смешно. Не надо, ребят, не позорьтесь, не говорите такие вещи, что вы пауэрлифтингом занимаетесь. И у меня есть такие знакомые, кто не может 3 раз на турнике подтянуться, не может там 30 раз отжаться от пола, при этом даже не жмут собственный вес тела, то есть потому что, ну, приходят на полном нуле, у них базы нет, у них ноль по силе, и говорят, я занимаюсь пауэрлифтингом. Ребят, не позорьтесь, пожалуйста, это не занятие пауэрлифтингом. Я говорю, я не обладаю какой-то супер-пупер генетикой, у меня она самая обычная генетика, но когда я пришел первый раз в зал, я уже работал 40 на 20, я пожал 40 килограмм на 20 раз. Это первая тренировка была с железом, я как сейчас ее помню. А многие приходят в зал и через год там занятий только 60 на раз жмут. И 40 там раз на 10, на 12. Сейчас очень много таких ребят, я не шучу, я говорю реально. То есть посыл-то в чем, ребят? Вы сначала научитесь работать с весом собственного тела. Проработайте его, научитесь владеть своим телом. Создайте атлетизм, создайте себе базу. И вы потом сделаете и форму отличную, и силу отличную. Понимаете? Но когда вы приходите с нуля в зал, я еще раз говорю, не умея 3 раз подтянуться чисто, хотя бы 3, и это самый минимум, девочки подтягиваются по 10 раз. Отжаться 30-ку, 20-ку не можете чисто. И вы хотите что-то там накачать себе, сделать какую-то форму, какую-то силу. Ребят, да ни хрена вы не сделаете. Я вам серьезно говорю, ну ничего вы не сделаете. Я не говорю вам это с целью, да, как-то принизить ваши какие-то результаты. Нет, ну я просто говорю, как есть, как оно будет, чтобы вы не питали иллюзий. Вот и все. А потом там пройдет год-полтора, и вы будете думать, как бы чем уколоться. Но опять же, и это вам не даст никакого результата. Как бы что уколоться, чтобы такое сожрать для результата, да? Чтобы оно вам дало. Ребята, оно ничего вам не даст, понимаете? Потому что, еще раз говорю, научитесь сначала поднимать свой вес тела на много количество раз. На много-много раз. И это будет отличнейшим подспорьем для просто развитие отличных силовых в дальнейшем. Отличных. Независимо от возраста. 15 лет, 20, 30, ну когда 13, там, без разницы. Но когда вы приходите, еще раз говорю, в зал с нуля и пытаетесь что-то сделать, что-то поднять. Ну это смешно, ребят. Это смешно. Сколько я видел таких ребят, которые на соревнования там заявляются, жмут 60-70 килограммов, просто смешные килограммы. Там 100 килограмм присесть не могут в приседе. И зачем-то заявляются на соревнования, выступают статистами. Просто зачем? Для чего? Еще тренироваться и тренироваться. Тренироваться и тренироваться. А не приходить, занимать время на соревнованиях и позориться. И говорить там, что я силовик. Еще раз говорю, я это говорю, это вам решать, ребят. Но я говорю это со своей колокольни, как я это вижу. Вот и все. Я тренировался 5 лет. 5 лет с железом, прежде чем выступить на своих первых соревнованиях. 5 лет!
Я не шел статистом выступать, понимаете? Да, я могу там в тройку не войти, но я всегда стабильно в пятерке лучших, в пятерке лучших. В конкуренции из 10 человек, где КМСники, мастера спорта, ребята выступают заряженные, а я не заряжен, на секундочку. А когда кто-то там свой вес не может пожать, 100 килограмм не может присесть, один в своей категории выступает и бьет себе в грудь, что я там пауэрлифтер. Не позорьтесь, ребят, не позорьтесь. Ну, то все. Есть у меня такие знакомые. Всем пока, тренируйтесь правильно. Кому нужна какая-то помощь по тренировкам, обращайтесь, пишите. Чем смогу, помогу. Всем пока, ребят.